Шесть лет подряд 25 июля яхтсмены абсолютно разного возраста выходят в море. Все начинается с торжественного построения. Таким образом, сочинские яхтсмены присоединяются к всероссийской парусной регате. Дистанция у нас будет 3 мили. Два поворота, финиш. То есть старт, два поворота и финиш. Вот. Ну, я думаю, будет интересно, потому что ветер свежий сегодня. Впереди 3 дня дружеских гонок. Под паруса сегодня встали не только профессиональные яхтсмены, но и воспитанники детской парусной школы. Настя Сиротина занимается здесь 7 лет. Много девочек занимается парусным спортом, много выигрывают женские классы. Когда ты идешь, чувствуешь эту скорость, это интересно. Практически все родители с раннего возраста стараются увлечь своего ребенка интересным занятием, будь то спорт или музыка. Сейчас в Сочи есть огромный выбор секций и спортшкол. На территории города Сочи на сегодняшний день функционирует 23 муниципальных спортивных школы, в которой наши сочинские дети могут бесплатно заниматься спортом. Открыта одна школа для лиц с ограниченными физическими возможностями. Мы тоже туда приглашаем всех заниматься. И благодаря Олимпийским играм теперь две муниципальные школы зимних видов спорта. Вместе с Сочи сегодня Самара, Тольятти, Владивосток и Санкт-Петербург. Соревнования по парусному спорту в этих городах также пройдут во всех классах яхт. А в субботу в 8 вечера в парусном центре состоится награждение победителей регаты. Завершит его концерт бардовской песни, посвященной памяти Владимира Высоцкого. Вход для всех желающих свободный. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.